Просто во время онлайн-трансляции в соцсетях подорвался парень, который вместе со своим товарищем демонстрировал боеприпасы. Полиция выложила видео этого инцидента. Парень показывает, как должны работать взрывные устройства, и вдруг граната действительно срабатывает. Руку спасти не удалось. Правоохранители нашли в квартире более сотни боеприпасов и теперь выясняют, откуда они. Возбудили уголовное производство за незаконное обращение с оружием. Вася, тут аккумуляторы не надо. Да и батарейку. Оно вот так замыкает. И получается, Вася, без чеки уже. Все. И, короче,